28 июня состоялась рабочая поездка заместителя председателя правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова в Сланцевский район. В ходе рабочей поездки он вместе с главой администрации района Игорем Федоровым посетил высокотехнологичное цементное предприятие нового поколения «Петербург-Цемент», запуск которого состоялся в ноябре 2010 года. В сопровождении генерального директора завода Ивана Карлыханова они осмотрели территорию предприятия и ознакомились с выпускаемой продукцией, а также узнали о принципах и преимуществах работы компании. Современная крупное, большое предприятие, почти 500 занятых сотрудников, хорошая зарплата, собственно, самая высокая средняя зарплата по району, стабильный объем производства и отгрузки своей продукции, хорошие технологии. Обсудили те вопросы, которые есть у предприятия. На самом деле мы начали свое общение, совещание в администрации по комплексному плану развития моногорода Сланцы. Мы понимаем, что, к счастью, Сланцы уже долгое время не находятся в тревожной зоне. Они относятся к городам так называемой второй группы, где риск наступления так сложной ситуации он умеренный. Но, тем не менее, мы должны смотреть вперед. И поэтому сегодня администрации района были представлены предложения по развитию индустриального парка, направленные на высокотехнологичную переработку. Второй проект был представлен по переработке отходов. И были представлены предложения по развитию городской среды, так называемые 5 шагов благоустройства. Вот это очень важно. То есть надо начинать с малых дел, а не только с больших инвестиционных проектов. И это соответствует той идеологии, которая сейчас определена в рамках федерального проекта по развитию моногородов. Обо всем об этом также говорили и на заседании совета директоров и индивидуальных предпринимателей района, которое состоялось в актовом зале Сланцевского индустриального техникума. Подробно об этом мероприятии мы расскажем в нашем следующем выпуске. Не пропустите!